Ладно, как хотите, так и сделаем. Дали задание! Я попросил все с моими идеями. Сделайте, как хотите. Вот столько правок нам дают наши архитектора. Все только для того, чтобы наши видео были еще лучше. Продолжение будет в посте. А вы знаете, как делаются мультики? Идемте, я вам расскажу. Нам сначала пишет сценарий наш замечательный Сережа. Я думаю, вы его видели. Ну, или увидите. И потом мы рисуем вот такие вот раскадровочки. Потом уже с помощью программы это все совмещаем, поставляем под звук, смотрим, как оно со звучкой скомпоновано. Ну и потом уже начинается еще один огромный творческий процесс. Это создание самих иллюстраций на компьютере и потом анимирование. Это просто часть Наташи рисовала, часть я, и я с Ефремьяном там типа не ожидаю, что будут такие кадры. Опа.